сожалению, на Белуху у нас поехать не получилось в силу определенных причин. И поэтому озеро Язевое стало самой восточной точкой нашего маршрута. На озеро прилетел вертолет с туристами. Наши младшие путешественники никогда раньше не видели вертолет так близко. В этот раз нам удалось даже посидеть внутри вертолета. Прикольно. Понравилось? Ага. Теперь мы поедем в обратном направлении. Маршрут мы немножко изменим. Куда поедем дальше, какая будет точка следующей, я пока не знаю. Но я думаю, что дорога нас куда-нибудь выведет. Я много слышал рассказов про староавстрийскую дорогу. Но, наверное, из-за большого количества туристов ее просто раскатали, она превратилась уже почти в хайвей. А вот здесь вот дорога такая довольно сложная. Потому что здесь очень много острых камней, очень много крутых спусков, переездов. Иногда бывают довольно-таки сложные участки, которые тяжело проходятся. После наших длительных переездов топливо почти закончилось. Решили заправить бензин, потому что газа здесь нет. Стоимость бензина 92-го здесь 220 тенге, поэтому решили заправить 10 литров и поехать дальше, поискать топливо подешевле немного. А здесь это где? А находимся мы сейчас в поселке Урыль. Это недалеко от километров 20, наверное, от Рахмановских ключей. Кеннарын, Большенарынск. И на нем мы повернем для того, чтобы поехать вдоль Бухтарминского водохранилища. Потому что если мы поедем дальше, в сторону Усть-Каменогорска, то там будет разбитая трасса, и мы дадим крюк довольно-таки большой, километров 150-200. А если мы повернем вдоль Бухтармы, мы доедем до Курчумской переправы. Опять пересечем Бухтарминское водохранилище на пароме и оттуда поедем в сторону
Аягуза. И тем самым мы сократим наш маршрут, ну и срежем большую часть разбитой дороги. У нас уже становится традицией. Мы как едем в ВКО, так отрываем амортизаторы. В 2015 году у нас была поездка, тогда мы ездили на сюрфе, мы оторвали все четыре. Но тогда дорога была пожестче, похуже. Сейчас дорога более мягкая, более комфортная, и поэтому мы оторвали только один. Но пока мы еще не дома, я думаю, что все еще впереди. Но надеюсь, больше амортизаторов мы не оторвем, потому что без них ехать будет очень некомфортно. Ну вот, первые потери. Амортизатор цел. Оторвалась балка, которая крепит амортизатор к кузову. На этот раз слабым звеном стала балка. Амортизаторы крепкие, мост крепкий, а вот крепление амортизатора подкачало. С этой стороны он на месте, а здесь вот ее порвало, вот она трещина. Ну и эту часть выгнуло. Я решил снять амортизаторы, потому что на этой балке еще крепятся тормозные трубки. Мы починили наш автомобиль, едем дальше. Мы решили подняться на самый-самый верх. Кафе? Да, там есть кафе. Взяли печеньки? Стоит. Молодцы. Да? У нас новый аттракцион. Накорми чайку. Да? Накорми чайку. А, смотри, вон туда. Снимай,